На центральной площади дальневосточной столицы открыт мемориал памяти погибшим в теракте, который произошел 22 марта в Крокус-Сити-Холл. Он организован у стелы «Владивосток. Город воинской славы». Мы рано утром провели антитеррористическую комиссию. Мы приняли все необходимые решения. Сейчас ситуация в Владивостоке абсолютно стабильная, спокойная. Люди несут сюда цветы, игрушки, свечи. Почтить память погибших может каждый. Отметим, что после произошедших трагических событий глава города подписал постановление о запрете организации и проведении культурно-массовых мероприятий, ограничении доступа в образовательные организации на территории Владивостокского округа. Моя рекомендация учреждениям развлекательного толка, спортивных, культурных объектов повысить меры безопасности. Это связано с видеонаблюдением, физической охраной при входе на объект, ну и, конечно, работе металлодетекторов, которые установлены в том числе в крупных торговых центрах, кинотеатрах и прочем. Теракт уже назвали самым массовым после Беслана. Трагедия унесла жизни более 130 человек. Мемориалы в память о погибших в Крокус-Сити-Холл в Подмосковье появляются по всему миру. Артем Белов, Степан Скляров. Новости на Восьмом.